Ноябрьск на втором месте в регионе по оплате взносов на капремонт. Такие данные приводит окружной фонд капремонта. Лидерство за Муравленко, там собираемость 97%, в нашем городе на процент меньше. Замыкает тройку Салехар 95%. Высокий показатель также у Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского, Ямальского районов. В этом году в Ноябрьске в программу капремонта попали 33 дома. Строительные работы проводят на 18 зданиях, по остальным объектам готовят проектную документацию. Срок окончания работ везде разные, самый крайний 20 сентября.